Всем привет, ребят. У нас сегодня война с некромантовцами на бонусе эквилайзера. Но я обещал, что будет стрим, но стрима, к сожалению, не будет. Вот сами видите, какое у меня соединение с сетью, поэтому рисковать я не хочу. И так стрёмно немного воевать, поэтому стрима не будет в другой раз. Не знаю, когда, но если будет, то вы увидите. Так, бонус эквалайзера. Такая у нас стартовая поляна. Желтый кристалл, это неплохо. Но фиолетового камня нашего цвета нет. Хорошо, будем что-то крутить, собирать. Ну, кристалл по-любому, я думаю, нужно собрать, чтобы он не разъехался где-то там потом дальше. Так, хорошо. Бабка. Бабка будет на X1, походу, вольтовать. Или нет. Ну, по-любому нужно закидывать в центр. Давайте вот так попробуем. Так, первая тройка собралась, отлично. Еще две. Есть вторая, и нужно еще где-то третью надыбать. Так, бабка ультанула на X1 все-таки. Жаль, что она не пошла на X3. Ну ладно. Как есть. Так, сейчас будет чистка. И я бы заблокировал кого-то. И потом бы взорвал и еще раз бы кого-нибудь заблокировал. Так. Ну что? Может быть, здесь стоит попробовать что-то поискать? Хотя шансы невелики вообще. Давайте вот так. Ну. Угу. Так, чистка прошла. Я не собрал нужный камень. Ну, нужно блокировать шена какого-нибудь. И взрываться. Хотя я взорвусь, и вот этот паренек ультанет. Ну, попробуем, значит, его заблокировать, чтобы ульта не пропадала вторая. Так, неплохо. Неплохо, и даже есть зарядка, да? Так, ну шены, конечно, меня, если честно, немного страшат, но... Так, живот у меня бурчит. Так, стоп. Ну, давайте, наверное, заблокируем этого шена. Хотя, еще ходик можно сделать. Но может комбо долететь. Не хотелось бы. Блин. Так. Как его блочить? Но если он ударит мне прямо в газель, то это будет фиаско. Блин.
Ну, давайте вот так. Заряжаем фиол. Попал все-таки Скотт, но... А, это не он даже попал. Так. Бабка сейчас похилит сильно. Но нужно выносить кого? В какую сторону? Наверное, левую. Раз, два, три. Посмотрим, что получится. Ну, почти. Сейчас должны догореть. Давай вот так. Почти догорел. 75, 75, 75. Одним желтым вряд ли. Но зарядить можно. Чистка неудачно прошла. Так, давай вот так четверку и взрывом мы его добьем. 32. Ну, нужно добивать по-любому. Отлично, хотя бы не воскрес. Так, сейчас тот будет бить. Давайте отхилимся и пропустим эту ульту. Он вроде никого не должен бить. И ударит он как раз после чистки, поэтому вроде бы нормально. Так, хорошо. Раз, два. Угу. Ну, попробуем заблокировать. Отлично. Ну, было потненько. Так, а еще не все. Еще не победа, кстати. Слишком рано я расслабился. Да, три шена это, конечно, жесть. Фух, ну ладно, есть. Есть, пошли дальше. Так, есть подходящая цель. Два фиолетовых. Должно все хорошо у нас тут пройти. Так. Ну, что будем делать? Так, интересно. Хорошо, хотя бы тут есть какое-то время. Только как его потратить? Блин, у желтых вообще не собрать пока. Синие особо не помогают. Давай, может, зеленый кристалл попробуем дособрать. Или... Или можно вот так попробовать. Никаких улучшений пока.
Давайте здесь попробуем. Так, ну тут та же шляпа. Ну ладно. Так, отлично, желтый кристалл доехал. То я уже начал нервничать. Правда, это еще пока мне победы не приносит. Но чуточку полегче. Так, сейчас... Сейчас, наверное, лучше, да, собрать синих. Угу. Теперь дать им проультовать. Правда, вот не знаю, давать ультовать собаке или нет. Наверное, лучше нет. Наверное, лучше ходик еще подождать. Давайте вот так. О, хорошо. Так, один мимо. И здесь тоже было что-то мимо, но я не успел заметить, сколько. Так, собака ультует. Собака ультует. Давайте. Да, если честно, не знаю. Ну, давайте вот так закинем просто, чтобы было. Так, хорошо, что он не ударил по одному. Конечно, это очень редко бывает, но бывает. И нельзя это недооценивать. Так, значит, сколько камней есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть — это мало, но я могу дозарядить Милену на x2. Давайте вот так, чтобы не бить потом в контратаку. Огимай. Так, по 700. Этого дозарядим. Точнее, Милену дозарядим. Теперь задиспелим и ударим. Ну, ударим и задиспелим. О, отлично, еще и доброс для Гуавани. Я, конечно, хреново сыграл насчет Гуавани. Я потерял много урона. Но я надеюсь, что мне хватит сейчас пробить бабку. Да. Отлично. Есть, хорошо. Так, едем дальше. Так, ну что, протестируем Тремора. Правда, он не в центре, а на плече стоит. Но, я думаю, тоже предоставит нам некоторые сложности, если ультовать будет. Так, это уже третий, да? Блин, как-то еще много осталось. Неплохо, кстати, по полю. Красного достаточно. Но будем пробовать улучшать, потому что троечки тупо собирать не вариант. Попробуем, может быть, здесь. Может, доедет в какое-то место. В любое вообще. Это будет хорошо. Красный. Так, не доехал. Пока не доехал. Давайте попробуем еще раз. Можно закинуть либо вот этот желтый вверх. И тоже мне здесь достаточно будет одного камушка. Хотя нет, здесь уже не так.
Здесь уже не так. Но попробуем все равно. Так, отлично. Этот вверх будет четверка. И потом одним ходом будет сбор. Или я могу сделать кристалл. Вот этот влево. И потом здесь кристалл собрать. Да, наверное, кристалл все-таки лучше. Тем более в бабку прямо. Хотя, может быть, чуть-чуть поздно. Так, бабка не ультанула, это прекрасно. Но я, наверное, буду через кристалл это все собирать. Убью я бабку? Ну, сомневаюсь, что с трех камней я ее убью. Нет, я лучше сделаю так. Я не знаю, может быть в этом ошибка, но мне кажется, что я бы бабку не добил. Она бы воскресила, и начались бы вот эти все приколы. Ненужные мне. Так, сделаем так, попробуем, может быть... Ой-ой-ой, слишком много, но ничего. Чистка как раз в тайминг. Хотя этот все равно поставил таунт. Ну ладно, мы его... Фу, блин, Милену добили. Да, значит, мы его не задиспелим так. Пробуем тогда Мариана диспелить. Давай, Мариана, я в тебя верю. Задиспелила, отлично. Просто отлично. Тогда что мы сделаем? Тремора хотелось бы отсюда все-таки унести. Чтобы он не хилил, чтобы он нас не бил. Останутся только Юпитер и Огима. Огима вообще там практически не страшен. Но он может добить после Юпитера. Только в этом. Ладно, бьем тогда сюда. Тетишери. Так, и... И давайте вот так. Заблокируем его. Сейчас попробуем как-то добить. Может быть, камнем даже. Хотя три камня вряд ли его добьют. 542. Ладно, взрываемся. Так, хорошо. Юпитер сейчас ударит, конечно, не слабо. Но нам Огима докинет... немножко хп для Купидона. Он не умрет точно. А мы можем здесь поискать красный. Так, есть красный. Сейчас мы этот красный весь в пустоту закинем. Таким образом дозарядимся. Да. Снова хороший тайминг для Ариэли. Для чистки. Так, ну здесь, я думаю, эти шари нужно закинуть вот так. Она должна их обоих убить. Да. И... Сейчас, наверное, просто... Блин, мискликнул. Ну ладно. Тут уже все понятно. Так, так и... Добили. Хорошо. Пошли дальше. Ну что, на этом кураже предлагаю продолжать. Кстати, я тут недавно припомнил, что за прохождение Калевалы дают телескоп. Мне одного телескопа не хватает сейчас для Гиппа, и я бы хотел его все-таки успеть докачать и заиграть на этой войне. Постараюсь это сделать, но не обещаю пока. Так, ну что. Красные какие-то где-то есть. Как бы тут что-то подсобрать? Как бы тут подсобрать?
вот этот ход. Можно потом вот этот красный вниз сдвинуть, плюс синие соберутся. Ну, не знаю. Но это все-таки тройка всего лишь. Всего лишь, да. Так, блин. А если этот попробовать закинуть просто в бабку? А если здесь тройку собрать? Ничего не дает, да? Если этот горизонтально собрать, вертикально собрать. Нет, как-то что-то не то и не так. Но пробовать-то нужно что-то. Давайте здесь мы хотя бы так красные более-менее кучно поставим. Нам это ничего не дало, но это как бы не грязный ход. Он хотя бы на пользу будет потом. Так, а вот что дальше делать? Можно попробовать кристалл найти. То есть закинуть вот это синее прям в бабку. И вот сюда, если доедет красный, будет кристалл. Понятно, что там шанс очень маленький, но он есть. Если других вариантов нету получше, то как бы можно и так попробовать. Может быть, что-то где-то еще подъедет. Можно просто синие собирать. Но эта идея мне не особо нравится. Давайте попробуем вот так. Блин. Ну вот видите, я вам говорил. Ну классно. Так, значит, будем, наверное, правый тогда фланг в этот раз выносить. А, стоп, стоп, стоп. Мы же не заряжены еще. Значит, вот так, раз. И значит, вот так два, чтобы мы его точно прям вынесли. Нет, вообще не точно. Вообще не точно. Ну, значит, подождем еще. Блин, камень так слабо бьет. Так, хорошо, мы камнем подрезали. Давайте будем все-таки их пробовать убивать, потому что Юпитер может очень сильно нам все наломать. Да, добиваю его. Хочется вот этот ход влево сделать. Главное, чтобы обезьяна не ультанула. Так, хорошо. Можно еще обезьяну оттянуть немного. Так, так, так. Будем оттягивать. Ну, давайте будем оттягивать. Все равно рубин у нас там не особо убивает. Но вот помочь может. Вот, отлично. Раз, два, три. И так, так, так. Давайте еще раз подрежем и Миленой на X2 тогда добьем. Кстати, Милена на X2 ультует уже вот в какой бой? Второй, наверное, бой, где она на X2 ультует. Прикольно. Так. Ну, тут уже все.
Цек. Так, еще, наверное, один скину, а последний буду держать напоследок с бегемотом. Хочу заиграть все-таки тот тапок. С двумя фенликами и бегемотом. Возможно, даже на эту, как ее, на Гатор. Кто-то писал побить некроманта. Давайте попробуем. Ничего не обещаю, но шансы есть. Так, шансы есть. Ну, можно вот этот вверх. Будет комбо какое-то. Синие пока не внушают мне оптимизма, как и зеленые. Вот, но... Ну, а что делать? Или по подсказке? Нет, так, наверное, больше все-таки камня и лучше выглядит. Так, ну, это, конечно, хорошо. Даже очень. Наверное, вот так. Надеемся, что мы ее все-таки добьем. Хотя, хрен его знает. Так, не добили. Но сейчас будет чистка. Будет чистка. Так, стоп, стоп, стоп. Неправильно я цель подобрал. Не нужно было идти там, где Арамис на плече. Ну ладно, ладно. Вроде бы не все так печально. Так, какой ход сделать? Блин, у меня хода нормального нету. Так, чтобы не заряжать центр и остальных. Так, так, так. Ну, либо в Огиму, либо в Тетишери. Наверное, в Огиму лучше. Да. Спасибо. Так, хорошо. Все живы, это главное пока. Пока все живы. Есть зелень, я ее могу в центр закинуть потом. Ну, не факт, что получится. Ладно, давайте добивать правый фланг. Это у меня точно получится. Вот так, раз. Вот так, два. И вот так, три. Ну, почти, почти. 162 осталось. Давайте вот так и закинем в пустоту. Так, это по троим ударит, но слабый удар будет, к счастью. Так-то бы она мне просто убила. Так, отлично. Давайте вот так сделаем. Ходик переждем, чтобы нам и камни кожа не счистилась. Ух, жестко. Так, это раз. 450. Но немного, немного похилило. Но похилило, да. И второй момент. Нахрена я пошел арка на Огиму? Ведь да. Ведь да. Так, хорошо. Ну ладно, пока живем, пока все хорошо. Давайте вот так. Не хочу я все-таки арка раньше времени заряжать. Не арка, а этого Огиму. Так. Раз. Два. Хорошо. Ну ладно, пускай бьет, уже не страшно. Да, ну конечно, накуролесил.
Раз, два. А, все. Ура! Победа! Так, ну все, я пошел качать тогда бегемота. Встретимся позже. Ну вот, я докачал гиппопотама. Давайте будем бить последнюю цель. Там у нас этот тремор. Достаточно опасный тип. Но попробуем как-то его все-таки уложить. Так. Пока что победы не видать, но... Нужно раскрутить как-то поляну. Наверное, тоже в центр вот просто закидывать и ждать какой-то камень нужный. Так, вот это неплохо. Ну, четверки, правда, нету. Или бабку попробовать свою зарядить. Так. Как бы тут закинуть? Ну, бабку свою зарядить это долго. Может и не получится. Давайте вот так попробуем. Так, все-таки вроде получится. Бабку зарядить вот так. Так, хорошо. Так. Не хотелось... А, хотя как не хотелось. Мне нужно прям, чтобы она ультанула. Но не на X3, конечно. Но она ультует на X3. Хорошо. Раз. Я не знаю, кого будем убивать, потому что одного мы убьем, а вот остальных хрен его знает. Давайте, наверное, тремора пробовать выносить. Он здесь самый такой опасный. И хрен его знает, что от него можно ожидать. Давайте будем пробовать его выносить. Так, отлично. Или, может быть, закинуть... Сколько они дают? 34 кригена. Закинуть в бабку. Но я ее не вынесу, мне кажется. Ладно, давайте попробуем. Ну, такое себе. Давайте вот так. Если не зарядится, то круто. Круто. Все. Добиваем бабку. И теперь дозарядим своих синих еще раз вот так в пустоту. Главное, чтобы каких-то комбо не полетело. Блин. Угу. Хотя, может быть, это мне и на руку. Ну, блин, такое. Ладно. Раз. Два. Сколько у него осталось? 433. Давайте вот так. Ну и все, победа. Отлично. 700 получили, но у нас был хороший запас по ХП. Поэтому по красоте. Так, ну и какие у нас перспективы? 62 на 70. 80 атак разница. 8 атак. Нет, сколько там? 62, да. 8 тапков разницы и 300... Не, какие 300? 230 очейницы. Ну да, 230. Ну... 230 это 5 тапков. Там у них 8. Ну, не знаю. Пока что вроде бы еще не проигрываем. Так что прям сильно. Надеюсь, что
наши ребята отыграют хорошо, и мы победим. Ладно, в закрепленном комментарии будет счет. Всем спасибо, всем пока.